Всем привет! Сегодня приготовим быструю вкусную пиццу. Края теста немного загнем. Смажем оливковым маслом. Выкладываем сосиски, мелко порезанные. Сыр моцарелла. Помидоры черри. Оливки. Орегано. Сверху посыплю твердым тертым сыром. И немного зеленого лука. Ставим в духовку на 200 градусов. Пятнадцать минут и пицца готова. Очень вкусный и быстрый завтрак. Всем спасибо за просмотр. Заходите к нам, подписывайтесь, комментируйте.